Здоров, народ, это Лисов, и это продолжение прошлой серии по Расту. Она вышла не слишком большая, но, в общем, здесь есть и горение, и отличные дефани. Короче, увидите все сами. А перед началом ролика, как обычно, хочу тебе посоветовать тот игровой комплекс серверов, на котором я играю. Это игровой комплекс серверов Восток Раст. Он насчитывает в себе два сервера, это классический и модовый. Очень скоро уже свершится глобальный вайп. Не забудь залететь на классику, друг. Ну, меня не зарейдили, это меня уже устраивает. Так, собираем. У нас 7500 металла, 3500 серы, еще 3500 серы, еще столько же серы, и еще. И 18000 металла. Ну, я думаю, это добротно. После того, как я все пересчитал, я решил отправиться фармить. Меня зареспавнило не пойми где, я подолбил чужую турель. После решил купить разрывной. Не оттепнулся на хом. В итоге около дома по дому бегали люди. Это нормально? Что я тут возродился. Так, турели отключены, слава богу. Кто-то бегает около дома. Ни хрена не клёво. Пацаны, хорош бегать у моего дома, вот серьезно. Так, там какой-то замес начался, стоит выйти попробовать что-то сделать. Почему у меня дверь открыта? Что? Какого хрена открыта была дверь? Рейдят! Бей, Антон. Рейдят, рейдят, капец. Дверь, 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 быстрее ставить дверь. Как-то это меня, значит, рейдили они. Это взрывы были, это они меня, значит, рейдили, сволочи. Вот так вот, лежать, друг. Пожалуйста, гори быстрее. Там еще сейчас рейдят, еще накидывают. Сколько ж у них сочелей. Сочель. Так, здесь у меня ничего важного нет. Ну, вроде бы особо нет. Отлично, все. Четыре сочели плюсом. Куча берданок, просто капец, что сейчас происходит? Просто выдержал оборону пока что. Так, место, место, место нужно быстрее. Складываем пока сюда нафиг все. Брони очень много. Сочили, капец. Так, куда еще? Вот сюда все складываем пока. Так, нужны еще двери. Двери еще нужны. Нужно еще очень много дверей. Еще
вечера, и блок 28 секунд сейчас пройдет, и все, и будет хорошо. А здесь вроде что-то валялось, мне показалось. А, двушка еще одна. Хорошо. Шприц. Винты. Господи, господи, что происходит? Я понял, возможно, это сейчас не меня взорвали. Он сейчас прямо вот здесь сидит, наверное. Да вы серьезно, опять? Да хорош. Да пацаны. Да ну не надо. Да что вы делаете, пацаны? Ну не надо так. А, здесь сачель. Нужно ее подобрать. Подожди, я ведь починил дверь? Не до конца. Ладно, хрен с ней. Быстрее еще дверь. Так, сачельку подобрал. Что это сейчас было? Им явно очень больно. Минус один. Минус второй. Господи, что я делаю? Нафиг отношу. Господи, господи, что я сейчас делаю? Что я просто, мать его, делаю? Вот таким вот образом я отбился от рейда. После я немного передохнул и снова пошел фармить. Моя цель была нафармить как можно больше серы и пойти взрывать соседей. Однако моим планам не суждено было сбыться. Капец, тут новых домов, конечно, появляется. Сколько вообще сейчас онлайн? 62 уже. Я понял. Так, идем на трейн-ярд и вот в ту сторону. Немножечко сейчас полутаем трейн-ярд и пойдем долбить скраб на третий верстак. МВК, то, что и заказывали. Прям идеально. Мне его как раз не хватало. 4 микросхемы. Тоже хорошо. Так, где тут слезть-то можно? Так, опять рейдить, слышу, начали. Надеюсь, что не меня. Но сейчас придется тэпаться и смотреть, потому что других вариантов особо я не вижу. Так, еще одна двушечка, это меня радует. Двушки я люблю. Опа-на. Ага, я понял. Элочка решила пошмалять по мне. Нужно валить побыстрее. Да задрал. Не надо. Задрали, вот серьезно говорю, задрали, задрали очень сильно, не надо, пожалуйста. Да сволочи, да что ж вы делаете-то, а? Господи, как у меня сейчас горит просто. А, ну это меня опять пришли рейдить. Я понял, да. Что же вам всем не имется-то, а? Что же мне настроение с утра пораньше хотите испортить, а? Начнем с 4 патронов, потом пойдем на увеличение. Сейчас, правда, не... Куда они рейдят?
Они такое ощущение прямо в лут рейдят. А нет, они не в лут рейдят, они сюда рейдят. Я понял. Капец, неожиданно, надо было быстрее сюда идти. Чё, пацаны, теперь-то не так легко будет, да? Чинить сейчас будем. Чинить надо, брать ресурсы. На починку быстрее, твою же мать. Они уже очень близко к луту. Кажется, это ГГ вайпу. Ну, я пытался. Пацаны, я пытался. Все для вас. Тупо просто, я понял. Тупо с гранатомета. Я понял, да, окей. Сейчас, если она еще сломает там кровать, будет вообще зашибись. Тупо с гранатомета, тупо не разбираясь. Окей. Значит, сейчас ракетницы по вам долбанем. Чёртовы. Как же у меня сейчас горит. И два на один. Давай быстрее, пожалуйста. Они уже за этой дверью. Вот так, хорошо. Хвала всем святым. Где базука? Вот базука. Нет, начну не с базуки, начну с гранат. Хорошо, убил одного. Убил одного турелью. Неплохо. Хом, господи. А нет, у меня нету. Хом один, быстрее. А кит, любой кит. Ревик самодельный, пожалуйста. Хоть что-то сделай. Я верю в себя. Я смогу, пожалуй. Господи. На кое дляп они опять пришли. Только это уже, по-моему, другие. Ему очень больно сейчас было. Он даже не заметил то, что я там возродился. Я понял. В этом вайпе меня рейдили, рейдили и рейдили. Я не знаю, что такое произошло, но мой дом стал точкой соприкосновения всех сил просто на сервере. Кого я только там не находил, кто меня только не пытался рейдить. По моим данным, меня рейдили 4 группировки сервера. Самая первая из 2 человек, потом пришли 2 или 3 человека посерьезней, развалили тех и попытались дорейдить меня, однако у них это тоже не вышло. Второй раз рейдила другая группировка, однако после этого пришла еще одна группировка, и что уже дальше было, я не знаю, ибо... Ну я уже просто не стал ждать, и время-то у меня все-таки не бесконечное. В общем, спасибо тебе большое за просмотр данного видеоролика. Подписывайся на канал и ставь лайк, если тебе он понравился. Обязательно напиши что-нибудь в комментарии и помни, есть группа ВКонтакте. Все ссылочки на канале и в описании. Обязательно переходи. Адьос.